Постой, что-то неладно. Сейчас я тут посмотрю. Что-то оно не включилось, а тут еще загвоздка. Вот сейчас посмотрю. Игнат Тихонович, вам видно мой экран? Да подожди маленько. Ну вот сейчас вижу. Вам мой экран видно, мой экран? Подожди, где он твой экран? Ну я вот показываю, демонстрацию своего экрана вам показываю. А зачем? Ну, видно, нет. Вот. Ну я вижу тебя, ты сидишь, а больше нет. Ничего не. А мой экран-то не видно. Просто. А где он твой экран? Где он? Покажи пальцем. Ну у вас должен быть на этом, как сказать. Ну на экране, ну вот так, ну еще тут. Видно мой экран моего компьютера, видно? Ну вот. То, что ты мне сбрал, ну вот где? Смотрите, вот смотри, вот первая проповедь, вот видеофайл, видите? Но. Вот я беру правой кнопкой мыши, нажимаю, показать в папке. Такой вот, показать в папке команда, я нажимаю показать в папке, и открывается папка, куда, где этот файл, понимаете? У вас то же самое, где этот файл лежит, потом я беру его, могу на рабочий стол его отправить или сразу на YouTube вот так кинуть его на YouTube и все, и он закачиваться будет. Что тут в два клика это все делается. В два клика, Игнат Тихонович. Два клика. Там никаких у меня кликов. Да я же не знаю, тащить, В два щелчка, я не знаю, как сказать. Ну как, я которые мне дают, я их закачивал тут больше тысячи. Определенно я... раз и. Ну ладно, я тогда буду закачивать на Яндекс, на Яндекс этот, как его, диск. Вам так легче, я понял. Понимаешь, как-то надо сделать так, чтобы я сам начал делать. Это много у вас, время отнимет. Это 1302 файла сделать надо. Ну, Игнат Тихонович, это же вас надо научить этому. Это же не про. Ну, вас вот в таком формате вам как, удовлетворило? Нет, вот то, нет, что я ничего тут не найду. Не, я имею в виду, вы сам видеофайл еще не открывали даже? Ну я ткнул, там еще и нет в нем. Так, ну я понял. Сейчас я тогда ссылку дам на. Я на Яндекс Диск закачаю, дам ссылку. Вы посмотрите. Вот так как я его сделал, вам, ну как. Ну я открыл, да. Видно, там она передергивает, анатомия составит. Ну ладно бы так. Но главное, теперь это в виде файла надо поставить в YouTube-то. Вот что. Ну, файл есть. Сейчас я вам сброшу, Игнат Тихонович. Тут даже здесь, вот сейчас видео разговариваем, и то раздвоилось, и я сам себя на двух экранах вижу. Так это я так сделал просто. Да ты мне мозги-то что это скрутило так? Сейчас я уберу. Так, подождите. Мне два-то зачем они нужны? Ну это я хотел показать, как делать. Не надо ну, мне показывать. Мне, чтобы я взял и скачал. Игнат Тихонович, а вот такой, Володя сказал, что вы с помощью программы, есть такая программа, TeamViewer или как, удаленно там вашим компьютером руководят. В принципе, можно так соединиться по этой программе, я бы раз-раз, там, два щелчка бы все сделал бы. А что бы ты сделал? Ну, вот, показал, вот, как залить вот этот видеофайл на YouTube. Вот до этого ставили мне из Златоуста и Жития, я сам их скачиваю, там написано «скачать», да. Скачиваю их сюда, и теперь отсюда я беру и сам ставлю, когда надо. Дело в том, что самое интересное, что вот этот видеофайл, он уже у вас на компьютере есть. Понимаете, он его уже не надо скачивать, он уже скачался, он у вас лежит. Просто вам надо показать, как это, как до него добраться и все. Понимаете, вот в прошлый раз говорили так же, вы говорите, вот то надо делать, то я говорю, вот так надо сделать. Все сделали, теперь я начал свободно брать оттуда. Вы все, сначала все, как-то запутываете. Я услышал, Игнат Тихонович, я услышал, просто, ну, я услышал, я сделаю сейчас, как вам хочется. Ну, как нет, вам, это как не то, что мне хочется. Я не хочу так, чтобы к вам лезть это зря. У вас своя жизнь идет. Надо так сделать, чтобы легко я мог взять и поставить. Ну, я услышал, и все, Игнат Тихонович. Вот трудно было этот Евтушенко Сергей, он как? Жития уже 365 роликов стояло. А теперь ему надо было из 19 веков, а их там еще 1000, надо было посмотреть, каких не хватало. Выбрать оттуда, чтобы не повторение, которое уже прошли месяца два назад, другой человек делал-то. И он это сделал, нашел, и еще 700 с лишним роликов получилось. Жития святых. Мне нужно здесь, сейчас, конкретно в каждой книге, у меня сколько проповедей, получается, с 7 тома до 33-го, 1302 проповеди. Ну не будешь же ты 1300 роликов мне посылать-то? Надо как-то меня задействовать, чтобы я сам легко это брал, вставлял. Ну это надо, чтобы вы обучились.
Ну, обучайте. Ну, Игнат Тихонович, ну, тогда ну, делай, я... делай сам тогда. У вас обучить это проще самому сделать, реально. Да давай договорились, мне это еще больше подходит. Ты мне вот так вот сейчас ролики сбрасывай, там название ниже протягивай, который я тебе дал, седьмой том, там 62. 62 ролика из них будет. Вот то, что я кинул, седьмой том. Вопрос, а потом а вы с я, какой... когда сделаешь, я тебе брошу восьмой том. Игнат Тихонович, вы с какой период... Так, где это? Я сам вытащил, я сам скачал... Я сам скачал, пошел с вашего сайта и все сам сделал. Я не увидел, чтобы вы мне седьмой том сбросили. Не, ну как же, нету я его. Бросил, у тебя стоит. А как бы ты скачал-то его? Ко мне как ты бы зашел? Я скачал его с сайта с вашего. Ну, вот этот, к истине. С сайта скачал. Нет, файл. Здесь я разделил их и все это уже размерил. Ну, я не увидел. Вот в этом чат так называемый. Вот зачем где мы чат-то? А где? Виталий Калиников, посмотри, там у тебя стоит, он уже перекачанный. Зачем мне этот чат-то? Игнат Тихонович, нету, нету. Вот ну, где давай, мы с вами я сейчас гляну, сейчас, подожди. Перебрасываемся. Сейчас, подожди. Нету как-то, куда бы оно делось-то? Нету, нету. Нету, сейчас я посмотрю. Ну, а ты видишь, я не могу это сделать, потому что ты у меня тут стоишь. У меня закрывает весь экран твое вот это фото. Я не могу зайти к себе на экран. Ну, посмотри. В скайпе. Я тебя перекачал. Игнат Тихонович, нету вот этого восьмого. Ну ладно, ладно, ладно. Нет. Ты взял его где, говоришь? Я взял его на вашем сайте. Там все же есть эти, в PDF-формате все тома. Ну да, но и здесь я сделал их уже поврось, отдельно, заголовки. Потом внизу я сделаю ссылки, там я дальше сам. Мне нужно, чтобы легко человек мог прослушивать. Не прослушать, а читать. Некоторые говорят, я слушаю, много не ухватываю. Игнатик, сейчас я вам сброшу. Я сейчас залью, еще раз повторю, залью его на диск. Сделай Яндекс. Так, чтобы я мог да, копировать. Да. Вот, ткнул, скопировал, забрал и все. Мне их нужно сохранить у себя. А не так, что я перетащу на YouTube, и у меня ничего сейчас, не остается. Сейчас. Мне они нужны, чтобы я их копию у себя ставил. Ну, я понял, понял. Ну еще, давай, отходи, я тебе покажу, сейчас скину еще. Хорошо. И ты только мне эти сделай одна по одной, чтобы они у тебя в куче стояли, я мог брать и ставить. Игнат Тихонович, только мне надо, вот, чтобы вы добро, вот и сейчас вы посмотрите, как я его сейчас, сделал. Сейчас, давай, ну попробуем. Отходи. Одобрите, не одобрите, отходи. Вот, вопрос в этом. Надо отходить, выходи из этого режима, меня отпусти.